Здорово! Ты находишься на канале Криптонация Лайф, и это второй выпуск про интересный проект, который называется CC Universe. Итак, данный проект, как ты помнишь, запускает сразу же несколько программ, которые будут доступны людям по всему миру, и которые будут использовать все самые современные наработки и современные технологии, такие как блокчейн и криптовалюта. И в дальнейшем каждый человек, уже вне зависимости от того, где он находится, сможет воспользоваться их программой, их наработками и их приложениями. Он сможет брать себе электромобили, он сможет пользоваться их ATM и сможет покупать себе такие мини-дома, которые они разрабатывают. Обо всем этом вы узнаете более подробно на сайте, если вы зайдете на их сайт, какие у них есть предложения и что они предлагают. Также они проводят свое собственное IEO. Почему IEO, а не ICO? Потому что IEO сейчас находится на хайпе. И с помощью него намного проще собрать денежные средства, чем с помощью ICO. Потому что ICO уже загибается, многие люди ему не доверяют. А здесь сама биржа уже отбирает лучшие проекты, проводит маркетинговую кампанию, собирает денежные средства, привлекает новых клиентов, тем самым она привлекает новых клиентов для проекта, а также новых клиентов для своей биржи, потому что токены обычно продаются за токены биржи. Поэтому это взаимовыгодное отношение. И проект развивается, и биржа также развивается, а люди получают именно самые лучшие отобранные биржи проект, которые смогли предоставить все данные нужные бирже. И вот они проводят свое IEO для того, чтобы собрать денежные средства, чтобы реализовать все свои идеи и запустить проект в жизнь. Давайте посмотрим, что они хотят реализовать. Итак, миссия – это внедрение высокоразвитой технологии для жизни людей. Они хотят показать, что хорошая идея может быть организована и завершена не только спроектирована и обещана, она может быть действительно реализована в жизнь. Программа ATM – настройка высокотехнологичных устройств для совершения сделок купли-продажи с оплатой. Здесь будет задействовано только 1% комиссии. Прокат электромобилей. Новая модель электромобилей в аренду с CC Universe. Это будет огромная возможность для любителей автомобилей, а также типичных пользователей протестировать его и попробовать экологические машины. Строительный сектор. Инновационная недвижимость по собственному проекту, построенная на морских контейнерах, крошечных панельных домах или геодезических куполах. Это революция в строительном секторе, которая может вывести дорогие объекты на новый уровень. Но как вы видите, они взяли сразу же несколько проектов и внедрили это все в одну систему, чтобы их бизнес развивался, чтобы людям было доступно как можно больше их разработок и технологий. И все это будет доступно после того, как они смогут запустить свой проект. Поэтому, если вас заинтересовал данный проект, все ссылки на него я оставлю вам в описании. Там вы сможете более подробно с ним познакомиться, узнать еще какие идеи они хотят реализовать, посмотреть их дорожную карту, посмотреть их white paper, а также, может быть, пообщаться в социальных сетях и задать им острые вопросы. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Покедова!